сады, насколько это эффективно тоже для пропаганды, как давно этим занимаетесь, и как дети вообще реагируют на гармошку? Ой, дети реагируют очень эмоционально. Как только начинаю я играть, начинают хлопать в ладоши и довольно-таки ритмично, и воспитателям с большим трудом удается их успокоить. Хотя я говорю, не надо, пусть они похлопают, пусть они, это должен быть интерактив. Ну, в процессе концерта, конечно, мы с ними различные песни исполняем, русские народные, с применением шумовых инструментов, все это очень здорово, я считаю. Сначала имя и фамилию мне свою скажи. Арина Зайцева. Расскажи, вот ты сегодня первый раз гармошку слышала, да, нет, и в какие впечатления вообще у тебя? Я ее слышала не первый раз, потому что, когда была Масленица, рядом с бабушкиным домом, дедушка играл на гармошке, и я там танцевала барыню. Нравится вообще тебе такая? Да. Чем нравится она тебе? Почему кажется, что она необычная? То, что она веселая бывает. То, что очень интересно это слушать.